Сегодня мы с вами приготовим ленинградский рассольник. Варим примерно 40 минут перловку. Заливаем 3 стаканами холодной воды. Варим, пока наша жидкость не испарится. Промыть холодной водой. Во вновь закипевший бульон мы возвращаем куриное мясо. Сразу посолим и добавляем картофель. В разогретую сковороду отправляем лук. Огурцы мы заливаем водой, чтобы она еле-еле их покрывала. После того, как огурцы закипели, варим их 5 минут. Хорошо прогреваем томатную пасту. Теперь мы отправляем в кастрюлю лук. Хорошо все перемешиваем. Огурцы в перловку. Добавляем пару лавровых листиков и мелко нарезанный укроп. Накрываем крышкой и даем нашему супу постоять минут 15. Вот такой вот у нас получился сегодня суп.